Всем привет, друзья, с вами снова я, Иван Фабро, и сегодня для вас видео будет снова с Молдовы. Сегодня 3 августа, мы с Денисом уже третий раз в Молдове, были весной, весенний круиз, а сейчас у нас третья охотка, летняя. Я снимал видео для вас сумбурно, но постараюсь что-то смонтировать и что-то вам показать. Возможно, что-то старенькое, возможно, что-то новенькое. Сегодня мы побывали на нескольких тачках новых. Познакомились с папой Андрея. Много чего увидели, много чего поспрашивали. Я специально для вас по предыдущих роликах, когда вы спрашивали о прицепах, у Андрея поспрашивал по поводу прицепов. Ну, он чуть-чуть рассказал о своих прицепах, как, с чего там сделаны. Чуть-чуть я поснимал. Ну и так, просто интересно понаблюдать, посмотреть. Так что приятного вам просмотра. Примерно так. Мы были здесь весной, когда была акация. Сейчас лето, уже подсолнух отцвел. Вот так выглядит тачок. Все классно. Пошел директор, смотри. Ну, всем привет. 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 Вот, смотри. Почему у тебя крупнее пчелы, чем деда? Старый, однорамочная отводочка. Вот. Одна старая рамка. Рамка. Ну, они все это все отстроили. И вот это тоже отстроили, еще и мед принесли. Ну, начнем с того, когда был сделан отводок однорамочный. Начало июня. Начало июня. Это числа 4-5 июня. Сразу после акации. Сейчас 3 августа. Да. После выкачки меда. После выкачки откачали. Майск. И тот ряд, и этот. Сейчас вот матку хочу найти. Все отводки. Вы когда были, тут были только колыши. Угу. Да, да, мы весной были, а можно даже заставочку будет показать весеннюю. Так вот, спокойно, действительно, тут тихо, хорошо. Что тут с расплодом? Есть? Ножка только, вот, кстати, матка. Смотри, как классно политки видно, да? Тут я там еще. Вот есть напрыск сегодняшний. Почему еще выгрызается? Подсолнух. И подсолнух, и бурьян, и разные цветут. Красивая печаточка. Ну что, хорошо, что тут все тоже крайняя ра. Да, Андрюха, помнишь, да, с весны были комментарии, почему плохо, что на крайних рамках расплод? Давай добьем эту тему. Это был сарказм. Да, это был сарказм, ну давай добьем. Но многие не поняли. Как оказалось, это наоборот, это только плюс. Ну вот деревянный любой даже открываем, или тот сэндвич, там не будет. На крайних рамках никогда не будет расплод. Да. Редко когда там, даже если засевает, то даже если бывает. Ну, были там комментарии, что это не заслуга улья, это заслуга матки. Ну, что ты на это, на вы на это, мужик? Хорошо, одно, у меня там же такие же. Те же матки в других ульях, нет такого. Вот. Это Фадей очень гордо улыбнулся. Все правильно. Смотри, магазин лощины, видишь? Отводочек на рамочку. Не, я недавно снимал видео, там, ну, у себя, не знаю, выставлял, нет, то я тоже говорил, что можно применять вот шестирамочник, сделал. Вот, отстроили еще. И поставить еще и корпус можно. Ну, все зависит от взятка и так далее. Если можно вот любой открывать. Да, а то вы нам показуху тут устраиваете. Так открывай, Андрей Бодян. Ты же любишь ходить по пасеке сам. Ну, меня люди критикуют за то, что нельзя без спроса. Я разрешаю. А я меску даю, смотри. Ну, что самое обидное, я для людей стараюсь, а меня потом. Смотри, весной на этой пасеке были. Помнишь, чем мы открывали улей? Не чем? Было стамеска. Да. Сейчас продали мед, купили стамеску. Имеем чем работать. Не, ну есть, вот смотри. Тут была проблема с маткой. Уже магазин как бы не ставил, не было смысла. Но зато, смотри, он сейчас набрал силу. Видишь? Угу. Вот и все.
Нормально. Мы же уже посмотрели не один десяток, так что тут. Ну тут я смотрю 300-я, да, рямка? 300-я стоят. О, я еще пойду для контроля там прицеп сниму, хорошо? Конечно. Там чуть посмотри эти отводки. Давайте посмотрим. Это отводки. Я пойду прицеп. Все отводки с этого года. А вот вот это ряд все этого года? Да, там тут есть с наставочками. На видео колышки только тут были. Да. Мы подготовили, запланировали и сделали. Мы только поднялись, я им кинул магазины вот неделю. А, недавно, да? Да. А вот дымали. Ну, они делали на одну рамку. На одну рамку, да? После акации. После акации. Но крышу прожигает, тем не менее, все равно. Так, ну я пошел. А ну вот, смотри. Не. Гнездо, что ты, куда пошел? Вот, хотел пойти в свободное плавание. Сейчас пойдешь, все. Это смотрим. На одну рамку сделанный. Вот. После акации. Магазинчик. Угу. Магазины один в один. Но он ставил суши еще тут. Не все. Да, ну видно, какие вот 4 рамки. Видно, где вообще наставилось, оно же по рамках видно. Одну рамку оттуда, то суши он ставил. Вот что в гнезде. Там и меда есть. Здесь меда. Вот, а тут и медка, а тут имт. Держу. Сколько медочка. Тут я смотрю, где-то по 2 скобы, где-то по 1 били. Не, это... Значит, вот тоже расположено. Попробуем маточку найти. На 300. А, на 300. Остальные где... Засев видно? Матку, ну, видно? Ну, мне видно, не это знаю, на камеру видно. Видно. Может, видно, может, оно, нет. Не, сейчас не идет матка. Ты метил тут матки все? Да. Здесь тоже внутри шпинопласт? Да. Да, это ж... Ну да, но жесть есть все равно холодный. Не то, что-то чисто. А вот, кстати, дойди давай до крайней рамки и покажи. Вот, видно, я каждую достаю, вот сколько расплода. Дойди до крайней рамки и покажи. Не будет расплода, я думаю, что не будет. Потому что я не видел там. Вот она, вторая рамка с крайней. А ну крайняя. Вот крайняя. Вот крайняя. Фадеев еще раз гордо улыбнулся. Пирога. Ну тут чуть-чуть перги, ну, да. Тут перга и там трутик. Расплода нет. Хотя что тоже теплые. Не, нету. Даже они теплые. Да, маточку не нашел, этот. Ну ладно. Ну вот, короче, на одну рамку. А ну та крайняя. Да, сейчас посмотрим эту крайнюю. Там. Да нет, там тем более, если тут медовые. То же самое, что. Ну да, тут оно ближе к этому. Оно так и есть. Я ж тоже самое у себя заметил. Это ж... Вот такая же. Да, медок есть, все, ну. Вот вывод, что для пакета, если по весне, да, подходит теплый улей этот. И вот еще магазинчик отстроили. Тут недавно поставлен, да? Но мед там не подняли, да? Не, мед, они так чуть-чуть так. Да, чуть-чуть они подзалили. Они, видишь, чуть-чуть, они гнездо больше залили. Гнездо залили. И магазины уже. Вот, видишь, ну, оно не чуть-чуть залили, залили хорошо, довольно. Ну, мне главное рамки, да, чтобы я тянул. Себе они перенесли. Может, сюда, чтобы, может, чуть раньше надо было. Чуть надо было раньше, потому что... Оно ж не было, вот не таких я сделал 40 отводочек. Да. Все вот на одну рамочку. Вот. Ну, нормально. Ну, были вот чуть послабее. Вот это слабее я ему магазин не кидал, потому что некому было. Но смотри, что ну, сейчас. Да, да, я бы не сказал, что это для однорамочного отводка. Вот, все вот эти деньги кидал, это слабо, потому что не кинул, вот он. Не, ну это, ё-моё, это не отводок. Это, вон даже пчелки сидят. Угу. Сейчас глянем, почему. Может, крышка просто? Да, наверное, крышка. Ой, нет, да, они тут просто, нормально. Их просто тут много. Их много там. Ну, карпатку вот так не сделаешь вечером. Да. Красиво. Недавно все, косили, да? Ты в свободном полете. Да, я пойду позаглядывай. Снимай, что хочешь. Ну что, друзья, я так бегом покажу еще прицеп. О прицепах я вам, наверное, ну не наверное, а чуть позже покажу видео, где Андрюха чуть-чуть нам расскажет о прицепах. Я у него поспрашиваю. Ну, в принципе, тут я не знаю. Стоечки, прессоры, ПТС тракторный. Вот такие ульи. Говорят, очень довольные. Фольга
Ну, это алюминий с типографский, 0,3, наверное, миллиметра. Внутри пенопласт и снова фольга. Вот крыша с кормушкой теплая. А вот я покажу более сблизка, потому что, может, кто-то пропустил. Стенка ули тут 20-ка. Ну, говорят, довольно тепло и уютно пчелкам. Примерно так. Что еще? Многие спрашивали, ну не многие, а спрашивали о днищах, какие днищи. О, покажу, вот увидел сеточки, покажу. Сетками пользуются вот такими. Это местного производства, такие сетки. Они пользуются ими, говорят, довольны. Потом, что потом? Днище. Днище у них глухие на данный момент, как сказал Андрюха, но они переходят все-таки на сетку. Ну, делают сетчатое днище. Ну, этот лафет, вот, я так понял, у них тут уже стационарный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, пятнадцать. На 30 улев. Тут, ну, как обычно, наверное, лафет доваренный или недоваренный. Не знаю, как тут что показывать. Надо это вам или не надо. Ну, как-то так. Пчелки реально, скажу честно, откровенно, не рекламируя породу. Породу, кто бы там что ни говорил. Объехали много точков. Я находился все время в шортах. Вот так, без маски, в шортах. И, в принципе, ни одна пчела меня не ужалила. При этом, что мы посетили много точков. Некоторые, как вы видели, вернее, как вы увидите, даже не останавливались, проезжали. Пчела реально миролюбивая. Ну, не считая этих Миннесоту, там о них остатки. Ну, видео вы все увидите. Бакфаст. Я реально своими глазами видел эту пчелу. Что это за пчела? Как она себя ведет? И довольно-таки неплохо. Это у них тут павильончик. Павильончик закрытый. Не получилось у меня полазить. Ульи. Так, что у них тут еще? Это старые ульи. Ну, тут тоже тачок. Что у вас тут? Карпатка, вот смотри, по пчеле поснимай. Видишь? Ну, тоже желтизной. Где желтизной? Вот. Это залетный, залетел. Бакфаст, он же везде лезет. О, моль, антиреклама. Иди сюда, Фадеев. Смотри. Твои ули не годятся. Антиреклама, Фадея, это пчеловоду. Нет, это ули голимые. Моль нет, есть. Я думал, я тебе скажу, что дерево так же грозит. Как карпатка? Кусает? Звонит мне одна женщина и говорит, мне рекомендовали вас как знатного пчеловода. И где оттуда сверху поснимать, классно? Да я тут все снимаю. Тут отдыхать на шашлычок сейчас же. Андрюха, давай интервью маленькое. Давай. Как ты собираешь зиму? Корпуса, мед ставишь, ну, смотри, не ставишь? Два корпуса, один корпус. Где у нас гнездо на стандартном, там мы оставляем его на одном стандартном, на три, рамку на 300. Эти корпуса мы ставим под низ. Для зимовки. Медовые корпуса под низ. Медовые под низ? Да. Они, того, откачанные? Откачанные, да. Просто под низ. Из-за того, что нету хранилища. Гнездо лучше поднимаете вверх. Да. Лучше, конечно, вообще зимовать чисто гнездо без этих. Но пока мы не делали хранилище. Как бы есть склад этот, но боимся моль. Ну, а все равно где-то же хранить его. Ну, хоть. Хотим пробовать потихонечку, но думаю взять какой-то холодильник. Ага. И туда складывать все. А вот это контейнер, это тут дом отдыха? Не, это так, для склад сделали, это не дом отдыха. Там, ага, инструмент все такое, заносим на зиму, что надо. А я не знаю, я спрашивал тебя еще весной, вообще как охрана, с охраной? Не, без проблем, у нас с охраной. Все нормально, то есть люди не воруют? Люди не воруют, не лезут, ну как, лезли раньше было, но у нас есть камера на это. Угу. Правильно, тут без проблем.
Здесь вот планируем, вот начали завозить эти лосоин. Дома красим, привозим сюда. И хотим эти все перегнать в лосоин, чтобы была уже одна пасека. Ты хочешь... Одинаковые ули, чтобы не было... Да. Ну, чтобы на тачке были, я понял. Да. Я понял. Повторимся, у тебя полностью Buckfast. Ты занимаешься выводом маток. Есть еще несколько штук у меня Миннесота, еще не поменял. Хочу поменять, избавиться. Ну, мы покажем там. Я потом смонтирую видео, покажу. Ну, работаете вы вчетвером. Да, ты, брат, пока батя. Устраивает. Выйди что-то лучше, перейдем на лучшее. Мы работаем на мед. Поэтому... Мед и вывод маток, я так понял. Ну, вывод маток мы в основном для себя. И пакеты. Ты же пакеты же продаешь, правильно? Да. Тебе можно местным пчеловодам обращаться? Только лишнее отдаем. Так в основном для себя делаем. Ага. Ну и маток ты продаешь по Молдавии. Можно тоже к тебе обращаться. Да, конечно. Без проблем. Круто. Так работаем, как можем, как знаем, как получается. Ну и давай пройдемся, вообще закрепим. Сезон удачный? Не очень. Не очень, потому что слабенько у всех. Ну как, у нас по сравнению с другими очень хорошо, но все равно не то. Подсолнух цвел все эти две недели дожди каждый день. Не сильно, чтобы взяток был заливной, такого не было. Акация тоже слабенькая. Как бы мы взяли, как бы неплохо акация, но слабенько. Buckfast может больше. А вот по зимовке Buckfast говорят, что он очень много ест меда в зиму. Это так? Нет, неправда. Я могу даже показать, можно даже видео заснять, как-то выставить. Вот они зайдут сейчас в зиму, так и будут сидеть, грубо говоря, корма не будет использовать до конца января, в наших условиях. Где-то в конце января уже мне начинают гнать расплод. Угу. И мед у них просто тает. Тогда они жрут мед, но они с этого меда делают расплод. Если там печатная рамка меда, она превышается в печатную рамку расплода. Грубо говоря, у меня, вы снимали видео, было уже. У меня в апреле уже семьи достаточно сильные, хорошие. Я понял. Ну и скажи такой рекламный моментик. Улей Фадея ты берешь для вывода маток, для пакетов? Не только. Действительно, он оправдывает название универсальный улей нуклеус. Это универсально. Я проверил уже его по разным вариантам. Доволен, работает очень хорошо. А есть пожелание что-то изменить в улей? Ты знаешь, даже не знаю, что изменить в нем. Или добавить? Он тоже все сделал, как бы там проблем нет. Хотелось бы, конечно, мы восьмирамочную держим. Ну, если бы, допустим, восьмирамочный такой улей, он бы... Да, я бы взял бы именно подмет их. Если бы были бы восьмирамочные, взял бы подмет. Было бы. Шестирамочные, из-за чего просто будет очень высокий улей. Много корпусов надо будет брать. Вот и все. Есть десятирамочные, но еще донышков нету, еще крышек нету. Как бы уже хочется взять комплект, чтобы был какой-то. Я понял. Не делать. Качаете вы мед? Много людей? 6 человек мы качаем. Ну, то есть, На отборке отбирают мед, возят. Ну, у нас быстро отбирают. Мед вы отбираете на тачках, везете на, на и склад. Двое на распечатке, один на медогонке. Сейчас. А раньше у нас было 10-12 человек. Сократили вдвое. Это все благодаря, конечно, и распечатывателю, и медогонке все. Ага. Ну да, механизация на пасеке немаловажна. И отборка рамок тоже идет быстро за счет удалителей. Понятно. Ну что, я тогда покажу, смонтирую все видосы. Есть желание передать привет кому-то, молдавским пчеловодам? Привет всем пчеловодам. Всем? Да, всем. Везде, кто смотрит, конечно, пускай приезжают гости. Мы куда-то поедем, если пригласят. Интересно посмотреть что-то новое, пообщаться с людьми. Однозначно. Тебе спасибо, что ты нас пригласил. Да, я тебе пожму руку вот так на это. Давай, я тогда смонтирую видос. Да. Классно у вас. Спасибо за приглашение. Берите кого-то с собой. Не-не-не-не, нельзя, нельзя, ты что? У нас машина двухместная. Спасибо за приглашение. У вас еще давай последний момент. Бусики, транспорт. Каким вы транспортом пользуетесь? Ну, мы ездим еще, взяли Renault Kanga 4x4. Три штуки у нас. Для пасеки вам. Да, и пока устраивает. Катаемся. По расходу хорошие, едет как Нива. Нива у нас была, мы продали после этого. Она по проходимости один в один.
как бы пока устраивает. Еще хотим пикапы взять для перевозки, для этого. Тягать, платформу. Да, тягать. Этого не хватает немножко, но пока вложение все идет в уле. А вот у тебя, я покажу, я же нышпорка там, у меня подпольная, как бы, вот нуклеусы, смотри, видишь он? Да, да. Ты выбросил их уже? Да. Почему? Ну вот, есть многие в интернете мастера самоделкины, вот я таким же был. Тоже был таким? Да, посмотрел, но думаю, ну зачем покупать, платить денег, да что я тупой, я всю зиму сижу, не сделаю. Сделал, вот, видишь, ну сейчас могу подарить кому надо. Не работает. Получается, что-то процент какой-то получается. Но по сравнению с Апидеей, это... Ну что, друзья пчеловоды, спасибо за приглашение. Спасибо, что посетили. Все. Приезжайте. Всем удачи. Всем пока.